В декабре 22 года в амбулатории рабочего поселка Заречье произошел пожар. Особенно сильно пострадал второй этаж здания. Учреждение пришлось закрыть. Медицинскую помощь жителям оказывали в мобильном комплексе. Глава нашего городского округа Андрей Иванович Иванов, он помог с выделением средств на ремонт, соответственно, второго этажа. Сейчас здесь ремонт проведен, и уже с ноября месяца уже, соответственно, врачи уже оказывают помощь у себя в кабинетах, соответственно, максимально удобно для врача и максимально удобно для пациента. Заменили электропроводку, светильники, установили и протестировали систему автоматической пожарной сигнализации в пострадавших от огня кабинетах. В эпицентре возгорания, в кабинете физиотерапии, заменили радиаторы и трубы отопления, уложили новую плитку. Амбулатория в Заречье возобновила прием пациентов. Мы сейчас здесь активно ищем стоматолога, ищем хирург на постоянной стороне, невролог, хирург. То есть мы сейчас по новому формату всех наших амбулаторий и поликлиники хотим тоже, чтобы либо выездная форма работы, либо, соответственно, постоянно был специалист. Амбулатория рассчитана на 120 посещений в смену, но на самом деле пациентов больше. Впрочем, терпеть неудобства осталось недолго. По плану, через год в Заречье должна открыться полноценная поликлиника. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».